Когда мы получили такое приглашение, с восторгом жизни, с восторгом жизни мы сюда прилетели. И я говорила уже на телевидении, еще раз хочу сказать, что мне завидуют люди, мои коллеги. Ты едешь в Магадан? Как вот я в Рио-де-Жанейро, в Магадан, какая ты счастливая, честное слово. Ну, может, пару человек сказали, ты там не боишься холодно, ну, что, я в Якутии была, так что даже не понимаю, в чем там разговор. Да? Придыхание, любовь к вашему городу, любовь и уважение к вашей истории. Истории города, истории там, края. И это, не буду цитировать Андрея Леонидовича, он это очень хорошо говорит по поводу двух городов, это он сам скажет. Но действительно, желание приехать к вам и увидеть вас, которые работают, может, и не в простых условиях, хотя я думаю, что вы работаете в лучших условиях, чем работают многие театры России. Скажем так, в одном каком-то аспекте, да, я пыталась там справки навести и понять, там, ну, например, зарплаты какие-то, нагрузки и так далее. Я вижу, что, так сказать, в вашем театре эта ситуация много лучше, чем во многих театрах, которые вот мы посещаем в различных регионах. Я всегда очень переживаю, потому что не хочется что-то говорить, потому что говорят, ну ты вы не знаешь, вы нас не чувствуете, не понимаете, вы не знаете, почему это так. Ну, скажем, Хонума, которая, наверное, хорошая актриса, которая зашла на сцену, только нога ступила, она уже сидела на си бемоль, она уже вопила, как будто бы, я не знаю, там вообще жизнь кончается. И этот, извините, эти повышенная эмоциональность, мягко говоря, она не была связана с текстом, она не была связана с ситуацией. Она выплескивала, наверное, очень актриса хорошая, наверное, я не знаю, по одной сцене, ребят, по одному спектаклю судите. Ну, вы понимаете, да. Но когда она вышла, и когда началось это, я хотела закрыть и сказать, ну, мамаша, ну ты немножко-то это самое, ну что ж так-то, у тебя еще там три акта, тебе надо вообще разделить свои эмоциональные возможности, что ж ты делаешь вообще. Главную сцену, дуэт, когда они вдвоем с Тимоти, да, они выясняют свои отношения и договариваются, выясняют, что они любят друг друга, хотят быть вместе. Это очень смешная и очень трогательная сцена. И психологически она может быть сделана очень тонко. Здесь этого нет. Он ждет ее фразы, она, значит, там что-то, извините, громко там говорит, поет. Вот, сцена жесткая, она не получилась, она должна быть нежной, она должна быть смешной, и она некий контрапункт, потому что мы наблюдаем ее в другом состоянии, в другой роли, а она Ханума, она главный герой. И вдруг оказывается такой перевертыш, что она способна любить сама и хочет любить, и дождалась своей любви. Сцены не было ее, на мой взгляд. Ценность этого уникального опыта заключается в следующем. Театр не гастролирует, и режиссер не гастролирует вместе с театром. Понимаете, в чем дело? То есть вы не встречаете критический взгляд на себя со стороны 5-6 критиков фестивальных, скажем, на одном фестивале, или там 60 критиков, если вы 10 фестивалей посещали бы в год. То есть, с одной стороны, это делает вас уникальным с точки зрения вашего рисунка, своего отношения к себе, философии и концепции самовосприятия, с одной стороны. А с другой стороны, вы делаетесь, например, как сделали для меня, немного неожиданными. Понимаете, вот это случилось. Случилось, собственно, следующее. Я действительно, вот здесь я вторю Марине Михайловне и благодарю за то, что она это сказала более пышно и торжественно, чем я вообще в состоянии сказать. Правда, я восхищаюсь вашей труппой. То есть труппа настолько разработана сама по себе. Она очень хорошо находится в очень хорошем, таком натренированном состоянии. И я чувствую, что эта труппа может сделать, я не знаю, любые чудеса. Потому что, например, все те эксперименты, которые мы видели, начиная с первого спектакля и по последней, труппа воспринимает с радостью. И она готова вообще на все. Это здорово, потому что это очень редкая вещь. Потому что в каких-нибудь академических театрах,
Вот подобного не происходит, потому что все растриированные входят, все гамлетизируют по той причине, что они всем недовольны. Они недовольны театром, они недовольны, я не знаю, там, всплывающим бегемотом, они недовольны ролью, чем угодно. Здесь я чувствую вот эту готовность, и она ощущается, потому что все работают, и все работают с самоотдачей.